непредвиденный случай обернулся судьбой. Со скоростью экспресса пронеслась по железнодорожному вокзалу лавина страстей, спутала привычное расписание, загнала в тупик предрассудки. Внезапно изменились маршруты, и в паутине разбегающихся дорог надо было выбирать новую, единственную. Одну на двоих. Вокзал для двоих. В главных ролях Людмила Гурченко, Олег Басилашвили и Никита Михалков. Производство киностудии «Мосфильм», СССР.